Парни, тут обратил внимание, как работает задний дворник на одной машине. Меня вообще поразило. Обращаем внимание на лагуну. Хоп, продвинулся чутка. Можно прямо время засечь, за сколько он проходит один круг. Ну так не спеша, чистит, короче, потихонечку. Ой, поход предел, сейчас в обратную сторону пойдет. О, пошел в обратную сторону. То ли у него мега-турбо-релюха стоит, который пиу-пиу-пи-пиу. То ли мы просто не замечаем, насколько он быстро движется. Он, кстати, вниз-то побыстрее немножко идет. Это наверх у него какой-то вообще прям трэш. Чувак, не лезь сюда, мы, блин, видишь, репортаж снимаем. Все, походу цикл закончился. Но нет, еще чуть-чуть идет. О, обратно пошел. А, все, блин, сбежал. Ну ладно. В общем, вот такой вот интересный дворник был.